Всем привет! Попробовал, значит, я, находясь в пригороде Йошкар-Олы, в промзоне, принять сигнал монголов. Время по Москве где-то примерно 3:30, даже ближе к 4. Это промзона, новостройки. Здесь, значит, с одной стороны, там дальше будет Йошкар-Ола, это еще микрорайон Мышино. А здесь уже микрорайон Медведево, Ясная Поляна. А здесь, значит, никого нет, только лишь строительная техника. Ну и один неадекватный радиолюбитель, который пытается принять Монголию. Посмотрим, что из этого получилось. Ну, в общем-то, ничего. В общем-то, ничего, к сожалению. Свистит, пердит, а результата ноль. Но при этом поляки идут нормально в этом месте.